В России отлично понимают, что природа давления американцев на Сирию, ну, понятно, что никак не связано с гуманитарными вопросами, потому что в результате этого давления там в Сирии уже умерло раз в 100 больше человек, чем могли бы быть любые внутренние проблемы страны. Благодаря поставкам американского оружия, благодаря вот этому истории с химическим убийством детей для цели американского вторжения со стороны Аль-Каида. Аль-Каида, не забывайте, это американское подразделение. Я, когда служил в Афганистане, еще наша 40-я армия с ним воевала. И, естественно, она полностью находится в содержании Соединенных Штатов. Это просто, это типа французского иностранного легиона, только в Штатах. Но понятно, что американцам нужно уничтожить Сирию для того, чтобы демонстрировать тотальный мировой террор. Что, они не в курсе, что в отрядах, в их отрядах вторжения в Сирии воюют людоеды, которые публично вырывают сердца и их едят под камерой? В курсе? Что, они не в курсе, что в их отряды Аль-Каиды изымают детей из семей для того, чтобы их уничтожить в газовых камерах, как Гитлер? В курсе? Они все это знают. Но они все это поддерживают для того, чтобы мир ужаснулся, по той же причине, что и Гитлер делал газовые камеры. Чтобы мир ужаснулся и не стал с ними связываться. Чтобы оставался в статусе плательщика дани, чтобы не возражали Соединенные Штаты Америки. Это политика мирового террора, устрашающего. Именно для этой политики американцы Сирию обязаны завалить, уничтожить, публично казнить, и минимум, чтобы там несколько сот тысяч человек было казнено на площадях. Это им надо, чтобы держать в покорности Россию, Китай, своих союзников в Европе, Англию, всех. Потом будет обязательно вторжение в Россию на каком-то этапе, потому что Россия американцы рассматривают как главного врага, который не дает им возможности грабить весь мир.